Добрый день, меня зовут Крючков Денис. В Кросте я работаю более 5 лет. Сегодня был награжден в конкурсе «Московские мастера 2019» в номинации «Производитель работ в области гражданского строительства». Опыт работы в концерне «Крост» помог занять призовое место. Победить было не очень сложно. Вместе с тем, те критерии оценки, которые были в конкурсе, не отражают действительность нашей ежедневной работы. Тем не менее, мы, если надо, можем показать в них хорошие, качественные результаты. В ходе подготовки к конкурсу я консультировался с многими коллегами. Особо хочу поблагодарить отдел охраны труда в полном составе, которые прочитали мне лекцию по теме. Также хочу поблагодарить Вячеслава Лапшина, геодезиста, Евгения Тихонова, главного сварщика концерна «Крост». Особую благодарность хочу выразить Королеву Александру Михайловичу и Луцуку Дмитрию Викторовичу, которые приехали на конкурс и оказали поддержку. Во-первых, при подготовке к этому конкурсу было изучено и повторено огромное количество информации, которая является нужной в нашей работе. Плюс это самореклама, какой-то вариант развития. В какой-то мере я уже как профессионал реализовался, что подтвердила победа в конкурсе. Но, как сказал Уинстон Черчилль, совершенствоваться значит меняться, а быть совершенным значит меняться часто. Поэтому, чтобы достичь каких-то высот, нужно постоянно быть в поиске, постоянно искать новые сферы деятельности, чем я стараюсь заниматься. Коллегам нашим концерна «Крост» я хочу пожелать быть профессионалами своего дела, с удовольствием ходить на работу и нашу компанию вести к новым победам, чтобы результат был виден в городе Москве.